Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И ребятушки, сразу хочу сказать, устроил я небольшой опросик. То есть, вы, если хотите, можете писать прямо тут, под видео в комментариях, но лучше все-таки зайти в группу ВКонтакте и посмотреть, что там пишут, потому что устроил я небольшой опрос о том, стоит ли переходить на новую версию Пиксельмона. Потому что многие люди мне уже действительно пишут, допишут, ну перейди ты уже на новую версию, И я уже много раз отвечал, пока что на нее нету покерадара, нету покерадара на нее. Ну и людям и так пофиг. Поэтому, ребята, небольшой опрос. В группе ВКонтакте вы можете проголосовать, что вы хотите, чтобы мы перешли все-таки на новую версию Пиксельмона или не перешли. Но перед тем, как... Ух, да я сейчас проголосую за то, чтобы перейти, и мы перейдем, и будет новая версия Пиксельмона. Короче, вот так, да? Сначала, ребята, нужно подумать, какие минусы, какие плюсы. Минусы в том, что если мы перейдем на новую версию Пиксельмона, не будет покерадара. Во-вторых, если не будет покерадара, мы не будем находить покебоссов, покемонов-боссов. Если мы не будем находить покемонов-боссов, у нас не будет вещи, чтобы продавать в магазин. Если у нас не будет вещи, чтобы продавать в магазин, у нас не будет алмазов. Если у нас не будет алмазов, мы не сможем покупать раркейки. И тоже мы не сможем покупать алтари для легендарных покемонов. Мы не сможем находить шайни, потому что их просто не будет видно. Мы даже если заспавнится вдруг где-то легендарный покемон, то не факт, что мы его словим. Даже если в тот же чат напишет, что вот заспавнился там легендарный покемон, не факт, что мы его найдем. Вот смотрите, уже тут шайни, но как бы он у нас есть, поэтому не будем мы туда идти. И что, ребята, в новой версии она там на бете стоит, то есть не факт, что она будет полностью работать, может там будут просто миллионные выкиды, может каждую секунду там будет баги, и с тем не работать, с этим не работать, может там что-то одно не работает, другое не работает. Короче, новая версия, в новой версии всегда, можно сказать, куча багов, пока они ее еще до конца не доработали. Еще один минус это в том, что мне заново нужно будет собирать полностью всю сборку. Для вас, может, конечно, это плюс, можно и так сказать, потому что новая обновленная сборка, да, можно и так будет сказать. Но в другом смысле, что мне заново нужно будет искать все моды и заново собирать вот всю сборку. И это действительно, можно сказать, не очень так быстро. Потом ее еще заливать, опять вылаживать, то есть заливать, чтобы люди могли скачать ту сборку, и это не так уж и быстро, можно сказать. Какие плюсы, ребята? Плюс в том, что новая версия, то есть новая версия Пиксельмона, новая версия Майнкрафта. Ух, ни хрена себе, чуть не упал туда. Мы там были? Да, там факелы есть, поэтому мы там уже были, ребята. Новая версия Пиксельмона, даже вот там есть свет, да, то есть мы там были. Новая версия Пиксельмона. Новая версия Майнкрафта. Новые покемоны, да, то, что они там вроде, наверное, все-таки добавили каких-то новых покемонов. Все! Вот какой плюс, ребята, новой версии. Больше минусов, потому что я говорю, ребята, в том суть, что не будет покерадара, а без покерадара мы будем в 30 раз сложнее прокачиваться. Опять с факелом в воду упал, чуть-чуть, не знаю, может и упал, но не выкинуло. Мы будем намного медленнее прокачиваться, то есть если сейчас за столько серий мы прокачали только одну команду, и сейчас мы прокачиваем другую команду, и то мы еще и даже не до конца прокачали, потому что мы не до конца еще магазин сделали. Это во-первых. А во-вторых, если у нас не будет покерадара, мы не сможем находить боссов, то есть мы не сможем быстро прокачивать наших покемонов, это во-первых. А во-вторых, ребята, мы не сможем продавать ресурсы за, ну, шмотки за алмазы. А если мы не сможем продавать шмотки за алмазы, у нас не будет алмазов.
А если у нас не будет алмазов, мы не сможем покупать себе Rar Candy. Поэтому, ребята, перед тем, как голосовать, все-таки, мне кажется, лучше подумать, чтобы действительно знать. Потому что я не думаю, что всем будет интересно смотреть, как мы в 5 раз будем медленнее прокачиваться, чем сейчас. Мы сейчас очень медленно прокачиваемся, потому что мы еще до конца не сделали, можно сказать, всю систему. То есть у нас еще не до конца есть система продажи, не до конца есть система покупки, не до конца сделана система обмена, то есть на те же алтари, не до конца у нас вообще, можно сказать, многое что сделано. А если мы поставим новую версию, то там, я говорю, ребят, там даже покерадара не будет. А с покерадаром это еще намного в 30 раз медленнее мы это все будем делать, ребята. Поэтому я говорю, лучше сначала подумать, будет ли вам интересно, как мы в 100 раз медленнее будем прокачиваться, чем вот прокачиваться как сейчас, до тех пор, пока не выйдет покерадар. А когда выйдет покерадар, мы уже 100% установим новую версию. Мы уже 100% на нее перейдем, может и так, ну как 100%, если выйдет покерадар, то да, мы на нее перейдем. А если не выйдет, то пока, говорю, ребят, нет смысла, потому что мы намного дольше будем это все дело делать, прокачиваться, развиваться, продавать вещи, покупать вещи и вот это все. Поэтому, говорю, ребята, лучше сначала подумайте, нужно ли вам то, чтобы мы перешли на новую версию, какой в этом смысл вообще. Новые покемоны и все. Мы и так их потом... Может, сможем словить, когда там появится покерадар, и мы их еще намного быстрее найдем, потому что с покерадаром мы будем знать, где они. А так, ребята, говорю, сами думайте. Я предложил вам голосование, вы сейчас, выбор зависит от вас. Если захотите, то установим. Если нет, то нет. Но мне кажется, что и не сразу устанавливать, и не потом устанавливать, а немного... То есть и вообще не устанавливать, а лучше все-таки немного подождать, пока выйдет покерадар, и потом уже нормально установить, и чтобы все было нормально. Но, говорю, ребята, это зависит от вас, как вы хотите. Я высказал свое мнение, то есть, говорю, это все намного дольше будет. Но, говорю, ребята, это зависит от вас. Я понимаю, там новая версия, да, там... Многие хотят, наверное, новую версию и все такое. Но это все намного медленнее будет. Мы это все намного медленнее будем делать, ребята. Поэтому говорю, это зависит от вас, как вы хотите. Так, давайте это сюда. Хотя да, это сюда. Сюда давайте-ка мы вот это поставим и вот так поставим. Чтобы было хотя бы на запас угля. Сейчас, ребяточки. Нам, наверное, все-таки нужно идти прокачивать дальше наших покемонов, потому что нам еще осталось им прокачать как минимум по 10 уровней, чтобы уже покупать Rar Candy и их нормально прокачивать. Поэтому давайте-ка мы полетим. Хотя давайте не полетим. А хотя да, полетим. Я хотел сначала сказать, давайте телепортнемся, потом хотел сказать, а лучше не телепортнемся, а полетим, а потом все перепутал и, короче, все наоборот получилось. О, лучше полетим, потому что вот так на том же пути могут встречаться вот покемоны босса. Чем больше покемонов боссом, тем лучше, потому что мы быстрее сможем прокачаться. Да чё ты? Так. Главное, не пропадай, дай мне хотя бы добежать до тебя. Отлично. Ребята, сейчас... Вот что я думаю. Я подумаю над каким-то новым сезоном, то есть не прям новым сезоном, а дополнительным. То есть он будет дополнительно выходить с этим. Это не как бы не прям новый сезон. А можно сказать. Ну, какое-то может выживание на карте или. Прохождение карт нет, ну какое-то небольшое выживание на карте, на как... Да чё ты опять там заспанился? Кто там? Хотя он уже, наверное, пропал. Нет, это кто? Он в земле. Небольшое выживание на карте, может на каком-то острове с небольшими ачивками, что-то такое. Потому что тоже небольшое разнообразие, не только Pixelmon, а может сказать что-то еще другое. То есть, говорю, ребята, будет не только выживание, а не только Pixelmon,
а хотя бы выживание на каком-то острове. То есть, конечно, серии не будут выходить каждый день, то есть, ну, если вам, конечно, понравится. Но не будет они очень часто выходить, потому что это будет дополнительный сезон, то есть... Иногда мы там будем сидеть на каком-то острове, и мы там будем на нем строиться, развиваться, выживать, выполнять ачивки и все такое. То есть не прям какой-то нереальный сезон, который будет намного чаще выходить, чем Pixelmon. Ну как намного чаще? Если, говорю, если вам понравится, то можно и каждый день, если... Если даже понравится, но вы не хотите, чтобы он выходил каждый день, тогда будет выходить там раз в два дня, раз в три дня. То есть такое небольшое разнообразие, чтобы был еще какой-то дополнительный сезон, и чтобы мы еще хотя бы что-то другое играли. И не только сражались с покемонами, а хотя бы даже сражались с теми монстрами, да, с теми же зомби и скелетами. Потому что, если честно, я их уже давно не видел, только Pixelmon и... Сами понимаете. А так будет небольшое разнообразие, то есть и то, но это тоже, ребята, зависит от вас. Может, говорю, может, я потом тоже какой-то опрос устрою, то есть после этого, после стоит ли переходить на новую версию. Может, потом еще какой-то опрос сделаю, но это, ребята, посмотрим. Потом посмотрим, да. Так, сейчас. Абра. Прицел... попал! Я как-то вообще намного... Ух, еще и ябру словили, да? Отлично. Я просто так кинул, словили, ябры у нас нету, поэтому это нормально. Я помню, мы вроде нашли шайник кадабру, но... Только мы к ней добежали, она пропала, зараза. Ну, будет у нас хотя бы абра, да? Уже нормально. Я, ребята, лечу сейчас на остров, то есть на острове как раз можно так нормально прокачивать. Ух, какие красивые острова тут. Я лечу на остров, потому что, ребята, там и эшавот может быть еще один, которого мы не словили, это во-первых. А во-вторых, нужно хотя бы прокачаться, там как раз такие покемоны с 35-40 уровень, на которых мы... Более-менее так нормально будем прокачиваться. Поэтому, ребята, летим мы вот туда. Отлично. Что еще можно сказать, ребята? Купила себе новую игрушку. Как бы не купил, а предзаказал. Новый Call of Duty. Как он там называется? Advanced Warfare. Хочу попробовать. Если вот так смотреть по видео, то... О. То можно сказать, что он мне понравился, то есть и вот это, и компания мне одиночная понравилась, можно и так сказать, и понравился мне мультиплеер, даже очень понравился. Если, конечно, там вот эти все футуристические штуки не очень, потому что более так лучше, когда ты ходишь с тем оружием, которое ты знаешь, там калаш, эмка, те же там какие-то другие оружия, да, там дигл и все такое. А когда ты там уже ходишь с какой-то хренью, которая лазером стреляет, то это как-то не то ощущение, то есть как-то вообще другое. Но все же, ребята, мне более-менее так понравилось, и я надеюсь, что игра оправдает ожидания, которые сейчас от нее у меня есть. Потому что, более-менее говорю, она мне понравилась. Я говорю, я надеюсь, что ожидания оправдаются. И будет такая графика, как там. И будет... в принципе, и графика такая, как там. И геймплей такой, как там. И не будет глючить, и будет все нормально. И, в принципе, будет нормальная система развития. А если так, как всегда, банальный Call of Duty, без изменений, просто... Держите вам точно такой Call of Duty, как был. С такими же, можно сказать, пушками, только с другой текстуркой. В другом городе, в другое время. Но движение... Ну, как бы из другой истории тоже. Но движение, там, геймплей, ощущение... Как это еще называется? Ну, типа, я не знаю, как это объяснить.
То есть все движения идентичны с предыдущей части. То есть все точно так же двигается, только, говорю, в другом времени, в другом месте, а в принципе все точно такое. Ну, фиг его знает, ребята. Посмотрим, тут вроде говорят, что какой-то новый движок, но если даже не новый, то хотя бы очень, типа, очень-очень-очень так переделанный. Но хочется увидеть, потом посмотрим, что он себя представит. Так, давай, хотя бы ты выручи нас, убей. Самурота! Отлично. Вот тут, ребята, в принципе, вот так нормально, можно прокачиваться, как раз нормально опыта дает, более-менее, не говорю, что прям суперский, что убьем мы сейчас тут пару покемонов, и у нас намного все больше прокачается, но, как вы видите, нам нормально так даже качается. Сколько у нас Виви уже счастья, сейчас мы посмотрим. 125, то есть осталось еще приблизительно 100 счастья, чтобы она прокачалась. А пускай она там ходит, у нее вроде и так счастье вырастает, когда она просто так ходит на земле. Я там Лапроса видел, но я не буду за ним туда. Вот он, кстати, там на заднем плане тусуется. Ой, убьешь? Убила, нормально. Я бы пошел словил его, но сейчас как-то не очень хочется. Наверное, потом мы его словим. Потом, то есть я говорю, ребят, сейчас мы еще не ловим всех покемонов подряд, как я говорил. Наверное, может, мы начнем или после того, как определимся, будем ли мы переходить на новую версию или нет. Или просто-напросто потом, когда мы уже достроим полностью магазин. Так. Давайте вот как раз, ребят, такие 30 уровень. Это как раз нормально, то есть по 200-300 опыта идет. А вот с таких 40-х уровней. Сейчас мы посмотрим, если убьем. Сколько там пойдет. По 400, ну, в принципе, так же. Ух, кто там? Да, в принципе, там никого нету нормального. Ошавотишка, иди-ка ты вот сюда. В прошлый раз мы тебя не словили, хотя ты и был 7-й уровень. Но сейчас, зараза маленькая такая. Иди-ка ты вот сюда. Иди сюда. Вот, отлично. С Дасбосклом он должен словиться, по идее. Так, сейчас же ночь. Охренеть, нормально, как раз, ребята. С Дасбоском мы его словили. Ай. Офигенно. Потом как-то. Ну иди поплавай, может ты там что-то потная какая-то. 143. Охренеть, ты что, был 125, уже 143. Нормально. Баттерфри. Иди-ка ты сюда. И тоже, в принципе, можно словить, но лучше уже тогда словить не Баттерфри, а Каттерфри. Давай, Пиджиота эволюционируй. Ну, в принципе, нормально так уры. Сейчас, сколько у нас там было? У нас были 33-34 уровень вроде на начале серии. А сейчас мы уже пару уровней так там кому-то прокачали. Сейчас давайте как раз посмотрим. Пиджиот. Были 33-34, сейчас уже, ребята, 36-37. Вот охрененный остров, ребята. Тут мы, наверное, да и будем качаться. Что самое главное, давайте-ка мы его везде осветим. То есть, чтобы каждый раз не бегать домой, а просто-напросто его тут осветить, чтобы каждый раз не бегать домой, потом опять сюда приходить, а просто-напросто, чтобы тут стоять. Ночь так ночь, день так день, зато светло с факелами, да? Вот как раз нормальный остров. Я говорю, ребята, были у покемонов уровни 33-34, а сейчас уже 36-37. В принципе, это действительно так офигенно, потому что нормально так уровни дает. Пинсер. Иди-ка ты сюда, пинсер. Охренеть. Хотя и мы ему так... Твою мать, я не хотел ударить, я хотел его словить. Ну ладно. Так.
Иви, ты пока тут можешь побегать, действительно. Если у тебя так нормально идет вот этого всего, то действительно ты можешь тут еще побегать. Это тот Джиглипаф, нет, нам не нужен. Нет, у нас же вроде Шани есть, если я не ошибаюсь. Вроде, то есть я не помню, но вроде мы ловили Шани и кого-то там мы ловили, да. Еще бы было офигенно, если бы у нас Чаризард еще намного побольше уровнем был, потому что не прям он всех так рубает, но тут по идее Пикачу должен быть нормальным, но то, что он не прям какой-то большой уровень, то есть он еще не очень, так мне кажется. А вот это атака нормальная, даже против водных. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим. В принципе, прямо тут у нас покемоны уже мы прокачали по пару уровней. Это действительно так отлично. То есть, если тут прокачиваться, то это нормально. То есть, мы можем тут быть и просто даже вот так ночью тут ходить, днем тут ходить и прокачивать. Это действительно нормально, мне кажется. То есть, если за одну серию мы там прокачали каждому покемону хотя бы по те же 2-3 уровня, то за пару серий, ребята, мы уже даже начнем покупать Рар Кэнди. А Виви... Сколько Виви там? Виви 158, то есть мы уже даже можем забирать назад, потому что ей осталось еще прокачать 24 уровня, а за 24 уровня она и так счастье наберет, поэтому можно ее уже забирать. А в принципе, ребята, давайте на этом закончим эту серию. Тут, наверное, тут мы потом и продолжим. Еды у нас пока что еще хватает на прокачку. А поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.